Вот сюда. Да, да, да. Ну вот это вот сарай. А дальше что? А это вообще не знаю. По кадастру здесь ничего нет. 18 мая этого года жительница Магадана Анна Капустина обратилась к главе областного центра Юрию Гришану с вопросом о получении соседнего с ее домом земельного участка. Семья Капустиных хотела взять соседнюю землю с брошенным и почти до основания разрушенным частным домом в собственность или в аренду. По словам заявительницы, это было уже пятое ее обращение с 2015 года. По различным причинам в предыдущие годы чиновники отказывали Анне, одной из которых является близость старого магаданского кладбища и ряд связанных с этим ограничений. Сложность рассматриваемого на приеме у главы областного центра вопроса потребовала личного выезда градоначальника на место. Не действующее, но существующее. Если собаки живые, значит, да, кто-то приходит? Да, да, да. Вы, вот, Анна говорит об этом участке? Да, вот к нам примыкает. А это ваш дом? Да. Как отметили участвовавшие в выезде мэра специалисты, остатки разрушенного дома на рассматривавшемся земельном участке привязаны к нему. Для того, чтобы отвязать разрушенный и фактически несуществующий объект от земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому инженеру за заключением, а это платная услуга. Затем необходимо разработать проект по сносу этого разрушенного объекта, подавать его в СОТЭК. После согласования там земельный участок будет доступен к аукционированию.